Не, ну, кино прям не будет. Будет мини-нарезочка в конце ролика. С ваншотиками, на КВшечке, под музычку. Но это не прямо сейчас, это в конце ролика. А прямо сейчас будет бой на КВ-2. А те, кто сейчас лупит по монитору, думают, что куда-то картинка делась, а не делась. Это просто темнота для интриги. Вот оно, красавец-мужчина. Бревномет. Он же Жан-Хлоп Вангар, Шайтан-Труба, похоронный вертухан. В общем, адский аппарат для выдачи деревянных изделий врагам. Как эта зверюга мимо моего ангара все время приходила, я не знаю. Ну вот, я его наконец-то купил. И зарядил. Ну как зарядил? Экипаж стопроцентный. У меня тут командир с гоночкой остался один. Ну, с четырьмя перками. С тремя, четвертый докачивается. Там всякие кони там с помидорами. Просто их куда-то надо было нацепить. Я не знаю, мне этих шкурок что-то до хрена было. Еще один, я не помню, от кого он у меня остался. Но тоже там четвертый перк начал качаться. Это какой-то СТ-шка. По-моему, от объекта 416 у меня остался еще. Не знаю, в казармах валялся пьяный. Мне его разбудил и в КВ радистом посадил. Ну, пусть. Радиоперехват знает, и отлично. Все. Должен быть контуженный сразу, прям изначально. Потому что любой фугас ловить будет именно он. Там еще наводчик, если рядом пробегать будет, то еще ему достанется. Еще у меня там книжки для советов были, поэтому я им сразу боевого братства этими книжками апнул. Из оборуда я воткнул досылател. Потому что КД 20 хреном секунд, это вообще немыслимо. Надо это как-то прям максимально урезать. Вентилятор поставил, чтобы те 6 прекрасных бойцов просто не задохнулись в этом квадратном гробике. Ну и естественно, на ТТХ еще все поднялись. То есть и КД, и там сведение, и обзор. И вот, кстати, про обзор. То есть я сюда воткнул оптику. Сейчас начнут в комментах, какого хрена? Так у него сведение никакое. Ты лучше бы приводы наводки поставил. Вот вы себе и ставьте. Как говорится, хочу, висю на люстре. Моя люстра. Я играю на бревномете. С вертуханом. С советским. С настоящим. А вот на слепом вертухане я играть не хочу. Вот вы хотите играть на слепом? Играйте. А я вбустил обзор. Я даже вот дуб-паёк сюда поставил. Да, он горит. Я знаю. То есть они будут отожжены и сгорелые. То есть как индейки фаршированные. То есть я их покормил, и они могут сгореть. Я знаю, я в курсе. Но я хочу, чтобы, глядя вот в это дуло, вот это дулище, враг сразу начинал строить кирпичный завод. Прям под собой. Прям наваливал по полной. В общем, хватит бревна мять. Давайте выкатим этого бойца. Итак, у нас стандартный бой на утёсе с одноклассничками. У нас тут есть целых 4 пеструна, 3 арты, 1 ПТ, еще 3 тяжа помимо нас, ну и 3 СТ-шечки. Ну еще 2 дебила, как минимум. Два прям долбоёба. Один уснул, второй в него врезался, стоячего, на колеснике. Ладно, начало положено, все будет прекрасно, я в них верю. Будем сейчас чекать, кто первый сдох. Забыл сказать, на этом аппарате главное, когда стреляешь, крикнуть советное слово. Если вы этого не сделаете, вряд ли попадете. Если вы не знали какое-то слово, если вам никто еще ни разу не подсказывал, я вам сейчас расскажу. Я вам даже покажу. Сейчас главное доехать. Главное увидеть врага и сказать это заветное слово. Видите, КД 18.4. Обзор. Дали какой? Какой обзор? У КВ-2. Обзор. Тут народ обосрется, если поймут, что я их вижу всех. Вот, вот и первая цель. Вот. Вот. Вот как это работает. Вот. То есть, вот не крикнул бы. По-любому он бы сейчас мимо меня проскочил. Чем кружиться что-нибудь начал. Ого. А у нас оппонент-то, смотрите какой. Тоже Кромвеля шотнул. Ну, братан, мы с тобой пока лидируем. Я светляка снял, ты Кромвеля. Арту убила. Что-то вообще какие-то немыслимые движухи. Мы сейчас с тобой сейчас повоюем. Давай, раз на раз. С дуэля. Нет, КД-то побольше. Точнее, поменьше. И обзор побольше. Но ты пока этого не подозреваешь. Я тебя буду светить. Больше некому. Ко мне. Только я тебя буду светить. Выходи. Кыся, кыся, кыся. Где ты? Ты чем вылез? Где? Ты чем? Ну, блин, что-то я как-то слабенько крикнул. Слабенько. Тихонько. И заехал ему тихонько. Ну что, в принципе, я ему там эту будку подрихтовал.
пусть он пока зашпаклюется, посидит там. Сопли утрет. Ну, еще кого-нибудь посветим. У меня же светляк. У меня обзор. Эй, ну что ты тут тыкаешь? Что вот тут тыкаешь? Я туда не досвечиваю. А Арта куда-то там бодро накидывает. По труселям. По трассерам, но нет, по труселям. По коричневому следу. Уже какой едет. Слепошаренький. Ты чего? Че тебе в ведро закину? Внизу нечего ловить. Ведерко, на. Опять я на не крикнул. Опять вот. Меня спалил. Он спалил меня. Правда, он никуда не доедет больше. Сейчас я... Меня тут... Перекати поле надо, чтобы проехал. У нас дуэль. Кто первый выхватит пуху? Он спрятался на невидимка. Вот так это делается. Невидимка, блять. Спрятался он там. По нему прям книжки писать надо. Сказочный долбоебый волшебный ангар. Назвать. Нет, пока все. Еще один КВ-2. Возможно, топ. Вот и топай отсюда. Давай. Хромой, побитый, топай. Как он меня светил, вот я не пойму. Скорее всего, даже не он. Скорее всего, даже кто-то еще. Потому что он не может быть такой зречи. Тем более не топовый. Вряд ли он его там обул, одел. На войну послал. Проходи. Ну и светляк мне это не мог светить. То есть там писятка пробегала, вряд ли она меня увидела. Далеко же. Не могла она меня светить. Не могла? Не могла. У нас один колесник погиб. Второй на базе все еще троит. А вот их колесник. Работает. Как часы работают. Писятка это, конечно, задрочит здесь бегать. Как ссаный веник, туда-сюда, туда-сюда. Вот не светит никого, просто круги нарезает. Задолбал. КВ еще как... Вот это нормально. Вот бревно убило. И я еще бревно убил. У нас дуэль КВшек. И мы победили, кстати. Все, у них КВ-2 больше нету. А у нас целых два. Целых два бревномета. Да, ребят, вам пиздец. Пора ехать. Я не свечусь. Бревен нет. Опасности нет. Арты, правда, 3 штуки. Ну а что делать? Бежит пеструнишка. Я тебя свертухи, на! Не, ну ты как бы выжил. Но заноза теперь даже из внуков выковыривать будешь, я так чувствую. Контузил его там с лихвой. Не, я сейчас поднимусь. Ты пока обувайся. Я же медленно, но я поднимусь. Я поднимусь и донесу тебе еще одно бревно в затылок. Чего? А что, блядь, в одно ухо влетело, из другого вылетело, что ли? Не, ну, я, конечно, долго сдерживался, чтобы вот не сказать ничего про вот такие моменты. Но это, блядь, пиздец! Сейчас снаряд куда-то вверх улетел, в Иркутский метеорит упал. Бревно кто-то метнул, блядь, вверх. Сквозь ухо светляка. Что это вообще было? Теперь главное, что это падла, по закону подлости, шотная. Ах ты тварь. На 200 меня покарал такой. Ну тебе, конечно, и рту светил. В который никто не попал. Во рту. Во рте. В рот. Ей. Ноги. Высунься, КВ. Высунься. Мне чемоданами теперь закидают здесь. Теперь все 3 арты сюда свелись, да? Надо как-то его объехать. Это же вот... Никто же не поедет, только я поеду вперед. 3 косаря накидано. В принципе, уже достаточно, чтобы вот... Покончить жизнь самоубийством здесь, да? А, ну он тут с маленькой пипитрой стоял. Понятно. Его можно было не бояться. Это не КВ-2. Это так. Детел с зубочисткой. Вот он.
вот успел шат на 35? Понятно. Ты ебаная ФВ. Он живой с меня. Блять, он живой с меня не слезет. М44 еще. Не откадышился. Блять, суки! Все. Я в укрытии, блять. Выходи, АМХ. Выходи. Тварь. ФВшка теперь заебет здесь. Благо, он через этот булыжник перекинуть не может нормально. Блять. Поторопился я. Или опоздал даже, не знаю. Я пока вне опасности. Давай, пантера. Давай. Либо убей, или напугай его. Я не знаю, хоть что-нибудь сделай, я просто. Вот это. Кидь. Ну, блядь. Все. Пиздарики. Так, ну одному я замстил. Он ее на 200 покусал, за это получил. Осталось две арты. С ними надо что-то сделать. Тихо. Ты как сюда забрался? Ты как, блядь, забрался сюда? Ну, тварь! Все, блядь, воин. 3500 почти. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не трогай. Все. Моя миссия выполнена. Но это было предсказуемо, на самом деле. Но я не отчаиваюсь. У нас еще один КВ-2 остался. Еще один боец. Еще один силач в этой команде. Давайте посмотрим, что он сделает. В принципе, не так много врагов уже осталось. И он фуловый. 43-ка здесь ныкается. Вот. Печаль самая, что здесь две арты, которые его реально видят. Он здесь прям открыт. И 34-ка к нашей арте приезжает. Если сейчас один КВ останется, это будет сложно. Красавчик. Красавчик на 44-ке. Просто он забрал 34-ку. Молодцы. Ну, ты, братец, здесь должен победить. Здесь один шот и... Ну, рикошетик. Да. Как же заебала эта арта, а? Зачем ты так? Зачем? Почему ты не доворачиваешь? Почему ты не доворачиваешь, прежде чем выкатываться? Ну что, с башней, что ли, или с руками проблемы? Что-то колдует, что-то там башкой машет. Давай. Ну ты, а сразу нельзя было башню? Нихуя себе. Ладно, братан, ладно, молодец. Не знаю, как ты это сделал, но вот этого еще пришиб. Ну, 44-ка просто красавец. Вот они вдвоем остались прям лидеры хит-парада. Прям молодцы. Так точно. Конечно, так точно. Твою жопу квадратную спасли сейчас. Ну, они должны 44-ку забрать. Должны. Нихуя себе, она быстрая. И что за шустрый суслик такой? Как он тут домчал уже? У них сейчас будет дуэль. Дуэль, две арты, раз на раз. Даже на них переключить. Смотрите, что делают. У них сходка у маяка. У смотровой башни. У башни Мерлина. У Эрлина. С КВ нехуй разговаривать. Он увидел, он убил. Вы там пока стреляетесь, хоть обосрайтесь. Ну и как следовало ожидать, мастер. Почти 3700 накидано, почти 700 наосищено. 1615 чистейшего урона. Фармил из него такой себе. 5700 серы всего лишь. И это всего лишь 12-й бой. То есть за 12-й бой на нем получил мастера. Вообще не напрягаясь, на самом деле. Офигенный аппарат для получения мастера. Ну и по традиции уже боев на мастера, вот этих роликов обзорных, хотел бы зачитать лучшие комменты за неделю. Но что-то как-то и комментов было не особо много. Были, конечно, какие-то там стишки, как полотенца длинные. То есть такое прям на экран даже засовывать слишком длинно и слишком душно. Да и вообще что-то какого-то, что прям зацепило, нету. Единственное продолжение предыдущей темы про то, что целительные силы роликов моих. Ребята тут накидали еще комментов. Вот ими, наверное, и продолжу, и закрою, собственно, эту тему в этом ролике. Вон, Рома Галак. Галак. Написал, что Кашпировский прям. Заряжайте воду. Не, ну как бы если от просмотра что-то там у кого-то исправлялось, там лечилось и вставало, то
Воду, если зарядить, то можно вообще куда угодно втереть. В общем, умываться можно по утрам, там, пить ее, внутрижелудочно применять. Мало ли у кого-нибудь там гастропроблемы какие. Ты же тоже попробуйте, напишите там, как помогло, не помогло. И Тимур Ибрагимов такой добавил, говорит, воду все-таки Чумак заряжал, а Кашпировский другими делами занимался. И анекдотец рассказал в тему, говорит, письмо Кашпировскому. Здравствуйте, после ваших сеансов у меня рассосалась жена. Раньше сосала только у меня, а теперь у всего подъезда. Рассмешнил, рассмеял. Молодец, спасибо. Ну, ему виднее, наверное. Он там к обоим, наверное, этим экстрасексам обращался. Знающий малый. Я не склонен ему не верить, поэтому пусть будет как Чумак. Так что воду тоже заряжайте, не смотри, чтобы жена не рассосалась. А сейчас, прямо вот посреди экрана, появляется кнопочка. Ее нажимаете и смотрите ту самую нарезочку ваншотиков на КВ-2. Это было сделано для того, чтобы этот ролик за авторские права музыки не накрыли медным тазиком. Возможно, и тот не накроют, тот маленький, отдельный, но пришлось его отдельно залить. Вот такая вот хитрая схемочка. Всем спасибо, пока.